Привет, мои дорогие, меня зовут Натали, и сегодня я хочу показать вам, как подчеркнуть естественную красоту за 5 минут. Этот макияж подойдет для школы, работы и для всех, кто за натуральность и не любит яркий макияж. Вместо праймера я использую увлажняющий серум. В нем содержится много полезных натуральных веществ, и он хорошо питает кожу. Теперь с помощью спонжа я наношу тональный крем Too Faced. Теперь переходим к консилеру. У меня консилер LA Girl. Он недорогой и очень даже неплохо справляется с синячками и покраснениями. Переходим к глазам. Я буду использовать палетку Urban Decay. Я выбираю самый светлый оттенок и наношу на все подвижное веко. Теперь я беру оттенок ближе к натуральному и затемняю складку века. И не забывайте хорошо растушевывать, чтобы ваш макияж смотрелся естественно. Теперь я прокрашиваю реснички тушью от Maybelline. Теперь хочу придать натуральный легкий румянец щекам, чтобы лицо было свежим и отдохнувшим. Для этого я использую румяна от Milani. Я беру помадку для бровей от Milani и прокрашиваю свои брови. Последний штрих – это губы, просто немного увлажним их. С этим хорошо справляется обычный бальзам Carmex. Спасибо большое, дорогие, за ваш просмотр. Мне безумно приятно, что вы меня смотрите. Если хотите меня поддержать, ставьте лайк, комментируйте и подписывайтесь на мой канал. Люблю, пока-пока!